да? Впечатление своего момента. Вот мерзопакостный момент в нашей жизни. Значит, Конкин Иван Дмитриевич и Дмитрий Евгеньевич, или как там? Ну, вроде как, да. Семейка Адамс. Всем привет. Значит, улица Восточная. Кругли. Томская. Томская. И 40 лет Победы. 40 лет Победы. Да, 93. 93. Квартира 30, 8 этаж. Вонючий кот, сука, обосрался. Везде все, ну там гадина, все. Шучу. Вот, пью чай, сижу. Пьем за варку, блин. Ну что, памперсы, шмамперсы. Надо складывать всю эту тему. Может, свет включить, или не надо, и так нормально. То пока не видим. Понятно. Ну что, поедем? Поехали. Давай такси вызывай, короче. Под подъезд, прям, первый подъезд, пускай, да. А сколько что-то бабла будет стоить? Да, рублей 350. Ну, пусть повесу, я хуй слышу. Не охота, блядь, тратить столько денег. А так, если, подожди, а если так, то... Что мы теряем? Назад пусть на такси, туда, а так, а туда как? Ой, блин, да Пашка пенсию вообще дал мне добираться. Поехали. А куда? Может, да, доедем, а потом? Чего? Да и поехали, да? Это беляется. Ну на маршрутке на галок беге. Да не, поехали, короче, ладно, все. Подешевле, давай, такси. Так. Ну пешком пошли. Тут же недалеко, куда? Да? Разрасно сейчас. Ну далеко, сука, отсюда, слышишь? Да? Пошел отсюда, быстрее. То есть. Ты одеваться будешь долго там? Да. А такси быстро приходит? Так, в течение, я думаю, минут 15. Ну, я скажу, попрошу через полчаса, грубо говоря. Не надо, давай побыстрее. А. Алло, здравствуйте, девушка. Нужна машина по адресу улица 40 лет Победы, 93, первый подъезд. Улица, Пашевский микрорайон, улица потом точнее. 404 номер. Ага, спасибо. Все быстро. Ну, сейчас машину найдут, его перезвонят. Средства, ну. Алло. Пошлите. Сейчас мы находимся в гостях у Доманова Анатолия Дмитриевича, двоюродного брата, вот моего отца. Какой у них это внук. А они ну это я, надо же как-то просветиться. Нас видно, мы здесь. Ай, Ваня, иди глянь, там видно. Просто зайди и глянь на экран, ничего не трогай руками. Ну. Все видно. И видно, и я, да, да, все. Да, да. Ой, все, ладно. А ты что принести, Доманов? Яйца, знаете что, вот, можно спросить? А? Зеленый чай просто. Есть. Ну, Аля, у тебя и рассыпной есть. Просил любой. А, что же не садятся? Ну вот, дайте вот стулья, садитесь. Да вот же стул. А, так же видно будет. Ну вот сюда садись, вот так. Вот так вот. А вы где будете сидеть? А вот тут. Я сейчас пока у печки буду. Если ну то есть, двинься туда. Не надо двигать, никого не надо двигать. Двигай. Зачем тебе неудобство кому-то? Тогда мне какие-то... Зеленый чай, все. Аля, вот. Чайник должен кипеть. Уже кипит. Уже кипит. Ой. А почему это, Галя, бутылочку воды надо пить? Сейчас я принесу, подожди. Я ж не пью, не курю. Он не пьет, не курю, а Ваня выйдет. А Ваня нельзя не курить, не пить. Не, ну, Вань, вот смотри. То, что надо видеть, что ты учить культуре, вы будете пить алкоголь, смотри. А они ровесники, да?
Это высокая культура, причем Анатолий Дмитриевич видел много чего в жизни всякого разного. Так что, неси кто? Чай. Чай. Несите, если хотите. А кто вы? Вы. Да. А вы? Ну да, да. А ты один алкоголик, да, а потом да, еще пьешь. Значит, вот мы не пьем. Да. Все, до свидания, да. Давай. А. Я уже это, сколько, Галя, 12 или 13 лет вообще это? Ну, не прибегаю к этому. А что вы чай это? Я сейчас покушать. Нет, ну... Вот честно скажу, я съем только салата немножко. И а сало? Сало не вижу. А казаты? Нет. Казаты? Нет, я сейчас объясню. Сейчас. Я, у меня жесткая белковая диета. Я год занимаюсь в спортивном тренажерном зале, поэтому... Мне, за сколько ты похудел? Ну, наверное, килограмм 15-13. Да, зачем? Да. У меня жестко. У меня сейчас вот лежит у Вани дома салат и отварной пирог и грудинка. Все, на вечер. Потом еще 9 яиц. Есть, кстати, есть. Сырые есть. Сейчас. Да? Я тебя спрашиваю, ты думай. По-моему, были. Я смотри, Анатолий Дмитриевич, как бы сказать, это не хочу его даже назвать так. Он не первоклассный строитель, он это VIP-зона, которая знает все. В стройке он знает, где черви растут в бетоне, понял? Вот они оттуда вылазят, он знает откуда. Это главное. В бетоне главное черви заложить правильно. Так, что я сейчас? Знает, как построить пирамиду. Даже Хеопса. Если он ее не знает, но он знает, как это делать. Он строил такие дома, он руководитель был конторы такой, строительной фирмы, которая строила мафии огромные особняки, огромные. Да, понял? Это, не, мафия в хорошем смысле без, ну, без криминала. Очень богатые люди. Что это? В то время как раз... Ну как раз это были люди. Потихоньку. Менеджеры. А я вот громко разговариваю, дети шарут, гады. Да. А что ты сидишь? Все. А выставились, да все. Челюсти там вставные, как у Брежнева. Че? Щелкунь. Да вот такой у меня характер, Анатолий Дмитриевич. Прорвался я в этой жизни, слава богу. Ну дай бог, дай бог. Случайно пожениться, случайно. Дима, в жизни мне подумал, что буду преподавать детям историю партии пройти. Партийный билет у меня, если что наши придут, отдам. Члены КПСС, вот он. Есть у меня по билету. Да? Да. А как? Как а вот таким у меня много чего есть, я спрятал. Прямо. Ты фотографии мои все есть? Все сканирую, потом у тебя все есть. У тебя все у меня, главное, что они есть у меня и будут у него. Это, и у его дети, если у него будут дети, что он... Все есть. Все, все есть. У меня есть пластинки граммофоновые. Козловский, Лемешев, вы такие по мере помните? Реорита. Иногда значит, в старых фильмах, особенно на военных лет или до военных, Реолита, как только начинает это, она же после войны очень долго была, особенно после военного времени. Спасибо. Сейчас я еду совсем далеко. И что, Антон Петрович? Ну что, я просто за старые эти песни. Не, ну а что вы говорите? Я прихожу к человеку домой, а у него двухэтажный дом, наследство достался. Не потому, что он просто два этажа из белого кирпича. И он такой, там, ремонт один, хороший как-то. И у него, видно, там бабушка жила. Я чуть-чуть. И остались пластинки 68-65 год, друг на друге положенные, знаете, апрельский завод, еще Таллинский, этот, или Рижский завод, грампластина. Я чуть-чуть. Они еще это. Такой, не винил, да, а вот эти. Понятно, понятно. А? Понятно. И я как зернул, да, я как зернул их. И домой беру. А он говорит, да мне где-то граммофон валяет. Я вообще обалдел, представляете? Это ты что, парень, давай, пустите. И он обещал мне, только говорит, там пружинка, но я пружинку уж как-нибудь. Либеды-то у нас еще остались. Вот. Какой граммофон, он залистит. Ваня. То, что я сейчас говорю, для них это понятно, для тебя это вообще непонятно. А мне это нужно, потому ложите что... Ложите салат и сидите. Вилкоди. Приятного аппетита. Всем и спасибо. И что? Ничего. Ложи салат. Ничего. Нельзя ничего. Ну, все. Не шучу, не прикалываюсь. Пошу, как третий месяц именно ложа. Это не питание, у меня образ жизни. Все. Тренер приходит. Можно, но редко. Можно начать. Работать над собой, это очень интересно.
не весело. Мне сейчас хоть и звуки не доверяют. Запахи не стали, мы раздражают, которые раздражали. Конечно, он наворочен. Сало очень даже смотрится. Не знаю, какое оно, вот, да, еще чуть-чуть отрезать. Нам этот фамилию не ведут. Мне вообще нельзя, пойду. А сыр у тебя отрезать? Нет, молочку нельзя, молочку не ем. Че? Бьют, ну это на завтра, время, кажется. Потом кашу можно будет есть, финики, маслины. Такое сюда вот пойдет, для похожего. Ну, прям речи нет. Креньки не слышно. Ну, 4 тренировки в неделю у меня, жестко. По 2, по 2, по 1, 2 часа. Главное, что мы в гостях. Очень давно хотел приехать. У меня ваша фотография, знаете, какая на телефоне стоит? Они вы в, значит, в военной форме, в армии, написано 1900, служба на Кавказе, что ли? 62-й год. Да. И вот там Доманова молодой, и такая фотография. Галя, сейчас он ответит. Вот эта фотка у меня. У меня есть эта фотография, вами подписана. Дома. У меня у нас в альбоме твои молодые папа и мама такие же красивые. Да, да. Ты вообще обалденный. Все спрашивают. Ой, а кто это? Как Костин смотрелся в молодости? Рендулон. А фигура вот Анатолия Дмитриевича, вообще у них генетика, я тебе скажу, Вань. Это вот у него фигура, это он сейчас вроде как уже седой такой, а мама по молодости, слушай, фигура была, кубики вот эти квадратики, да? Как? Ну, фигура атлетическая, атлетическая. У меня Женя с Томой, Жан Морез. Жан Морез. То есть фигура плечи, вот такая попа, вот это вот кубики. То есть то, что я сейчас хочу из себя сделать, как бы, не я себе хочу сделать, как бы, то есть до ночи человека, вы занимались чем-то, да, я не знаю. Это... Штанги гимнастики. Штанги, вот все, штанги гимнастики. То есть о культуризме тогда, то есть бодибилдинге не знали вообще, больше этого слова не знали вообще. А у него была фигура идеальная, идеальная, то есть пропорции. На подиум. Сейчас выходил, ставил этого человека, это, ну там, просушить. Да. Не знаю, Женя не даст соврать. Я приходил на парк Соли 40 лет октября еще холостяком. И люди мне вслед вот идут и вслед поворачивались. Красивая фигура. Фигура. Да. Вот эти мышцы были настолько развиты. Да. Трапеция тоже. Крылья. Да. Да, вот эти. Очень сложно. Но это от перекладины в основном. Ну это вот упражнение. Спина. Спина. Крылья это называется. Большие. Да вообще поколение, смотришь, как бы вот фотографии, ну, вот смотрю советские времена. Если все, как бы вся молодежь, потому что занимались спортом. Ваня, вот такой, как ты, был бы, ну, мочишь плохие, что пасина, например, банка варенья, пачка печенья там. Все жили воспитаны, дисциплина была. И это брехня, чтобы вы жили плохо. Жили не весело, весело. Жили активно, жили нормально. И это все брехня. Я говорю, о, Советский Союз. Да хорошо жили, что там. Я бы сейчас на время Советского Союза поменял даже. Я лучше стал жить. Мама не говорит, слушай. Да ты повеси большой альбом, где Женя с Томой. Не-не-не, я ему последние фотографии. Это моя дочь. Я знаю. Я так и знал. Последние пусть посмотрим. А первые то молодые мужи. Вот, ну, Николай. Да, Галка. Галина, да, да, да. Хороший дядька. Добрый ты. Коля? Да? Ага. Да, 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 да. Это вот все родственники. Во дворе у нас. Да, верно. Это кто? Сын. Чей? Да, Дмитрий. Дочь моя, да. Вот внучка старшая, вот меньшая внучка. Я в шоке. Сейчас дальше их. Это Дима. Дима. Да. Охренеть он на вас похож, как местами. Ну, честно. Сейчас посмотришь ближе, есть фотография. Вот... Ближе еще. А сколько? 43 будет вот в октябре. Вот мои внучки. Это старшие, это младшие. Тебе через 2 дня будет 48. Это его 26-й год, а это 16. 48. Ему 26 вот там ничего. А я все что-то не чувствую. Вот он. Да я вижу. Отец. Лицо. Мне же неудобно, что. Владимир Васильевич, что? Ты что-то не кушаешь.
И что? Вот смотрите, это вот трагедия вот спортивного этого питания в том, что я себя шикарно чувствую. И я совершенно без комплекса, так говорю, и все люди почему-то думают, что человек вот не ест как неудобно, так как же так. Я вам серьезно говорю, я к этому сначала очень сложно так. А потом привыкаешь нормально. Нормально. Я перед тем, как Ваня, вот я пришел, Ваня обед. У меня 3 часа было обед строго. В 3, потом сейчас вот приедем, мне яйца надо будет. И 9 штук белков. Вот 1 желток, а 9 белков. Я выбрасываю желти, ем. Это так просто надо, чтобы мне жир сжигать. Это Галина так ест. А это посмотри, это... Подождите, это я отдельно положу. Ты уже все посмотрел? Нет, все. У меня все на флешках. Все, вот у вас хорошо, что фотографии есть. Это два года берешь, да? А эти флешки, блин, ты на компьютере. Не, ну сейчас есть планшеты. Сейчас подключаю флешку, да? Туда скинул все там. Ну мне внучка флешку дала, я пошла, проявила все. Да, проявила. Давайте попчем. Не пить, только бумага нужна, да. Это вот под навесом здесь. Да, вот. Это не у нас, не это у Александровки. Ага, мы заезжали к вашей сестре. Угадал? Когда это... бабушка Лида умерла тогда там, да? Да, да? И да. Мы ездили с вами, да? Это да. Где Толина мама жила. Да, 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 я помню, мы заезжали в этот дом, да. Да. Это вот Аня, Лена, ну видишь, Митька Решетняк. Ну, не знаю, это не знаю. Я тут буду, это 100%. У вас был красный... Фиат. Фиат. Да. А, где-то на эту вот... А это какой год? Это Иван в том году, в мае мы были. 2004, да? Да. Да. Именно этот Фиат. Красный Фиат. Да, красный Фиат. Да. Ну, весь потом посмотришь. Анатолий Дмитриевич, не строитель. Вот вы сколько лет? Вот, я не хочу сказать на 100. Сколько в этой профессии вообще? Вот с какого года? 71 года. Вопросы есть? Старший, да, сейчас я скажу, 2001, это уже 30 лет. И еще плюс 40. Уже 40 лет. Так, дело в том, что я же работал в системе черного строительства, но и на объекте. Тебе макарон подложи. То есть эти объекты... То есть огромные. Я почему? Да, визуально я уже строитель. Потому что я все время строил государство. А потом решил стать непосредственно исполнителем. Да, исполнитель. Генетика, это еще мозги. Еще. Это же вот Толины сестры старшие. Да. Люба и Рая. Вот они на кладбище. Да? Похоже, я имею в виду, ну вот. Генетика хрена тут сделаешь. Ничего не сделаешь. У меня голова 62 размер. Кого? 62 размер черепа. У кого? У меня нереальная голова вообще. Дед 90. А, 20-го в тесте было на Марином, значит, 93 года. Вот, 20 апреля. Помню фуражку. Ставим. Вторую. 93 года в этом году, у меня на 23 февраля, я надеюсь. Опа! Я говорю, а я ему говорю, Алексей Сергеевич, сделай потолок. Ну, не то, что ты там завтра умрешь, а я там не успею тебя заказать. Я так не говорил. Просто говорю, слушай, ну пока ты в состоянии еще, сделай мне фуражку. Иди. Я пошел, ну, все. Я ж на работу, он дома. Собачка у нас будет. Ну, с ней сначала собака, и собака должна быть на улице, а потом приехать. И слышу на зиме, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, 23-е, значит. Смотри, найди, что завяжет. Вино налил, значит. Поздравляю. Что ты? Я ее одел, вот никто же Сталин бы не носит. Зеленая, как у Сталина, клянусь. У Черчилля носил. Настоящая, с зелеными пуговицами. Отдел, ну, материя, все это, колоколы. Ваш военный? Шо? Нет. Ровный козырек матерчатый. Ну, значит, я ее всегда одеваю. Да. Я ее одеваю. Чтобы ему приятно сделать. И хожу плавно. Люди нет. Люди говорят. Передайте на студию Москве. На каком чердаке, говорит, пошел? Или вчера пошел? Никто не видит. Мастер заготовки. Вот такой, одна рука. Брестская крепость, Анатолий Дмитриевич. Войну начал в Брестской крепости. 4 часа
утра. Остался в живых, забыт-то заброшен, сказал, я наверное, поедем в этот фантом. Да нет, в этот, на площадь у нас там, пушки туда-сюда. На парад не ходит. У него одна медаль за отвагу, и в 42-м он оторвал руку, и в 43-м что-то. Я к ним. Вот такой дед. А как же он рассказал тебе, как он остался в живых? Рассказал. Он был на учениях. 4 часа утра. Север-юг там, нападали, наши там, должны приехать за 10 километров на учение. Вывели из Брестской крепости. Его полк. И поставили обороняться. Красные, белые. Ну и мы ждем. Нас подняли на 3 часа ночи. До этого. И стали это сам. Значит, сегодня 22 апреля 2013 года, день рождения Ульянова Владимира Ильича. Ну, если кто забыл. Батя, друзья. Так, это был Ленин. Потому что он все. И вот это, значит, команда, значит, родственников, можно так сказать. Не можно так сказать. Все помещаются сюда. Дима? Да. А ты как-нибудь изловчись. Изловчился. Найди время. Такое, что пойдет. Кому? Тебе. У меня, кстати, дед предупрежден. Алексей Сергеевич Перевалов предупрежден. Я говорю, ну что, батя там, да нет, я не поеду. Он 50 грамм там, сразу сказал, тебе раздавят. Нет, там это приехать... Владимир Яковлевич не захотел за тобой заезжать. Повезло. Куда? Никуда вообще, никуда. Так что это вот... Когда увидел, я дядя Володя штаны купил, я вообще не... Когда это... Посмотрел, это что за мешок? Я в итоге там обмотался ими. Хорошую вещь, сюда можно интернет провести, понимаешь? Да не знаю, не распространяй это заразу себе. Это, Дима, нам это не надо. Это вирус. Уходим. Не, я просто к чему это все говорю. Вот снимает видео, пускай немного, там еще там 15-20, полчаса видео. 2000, ребята, 13-й год. Доманова Анатолий Дмитриевич, Галина Федосеевна.